Премьер Медведев сегодня дал поручение руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву разработать меры таможенно-тарифного регулирования в случае роста цен на топливо, а также подготовить предложение по возможной корректировке экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Еще премьер отметил, что внутрироссийские производители не должны повышать цены на продовольствие пропорционально падению курса рубля, а работников торговли он призвал умерить экономические аппетиты. Ситуация с ценами, которые, естественно, после того, как были проведены определенные решения и сложилась такая сложная экономическая ситуация, они нестабильны, связано это и с инфляцией, и с целым рядом других причин. Но помимо, собственно, таких экономических причин, которые влияют на ценообразование, есть и неэкономические, потому что это конъюнктурой. Целый ряд организаций, коммерческих организаций пользуются для того, чтобы получать дополнительные деньги, зарабатывать больше, что называется. Ну а что по продовольственной корзине? Здесь ситуация, конечно, сложнее значительно, поскольку объективные факторы, связанные с ростом цен на импорт, сегодня являются давлеющими. И при этом, конечно же, нашей задачей мы видели сбить волну спекулятивных ожиданий, связанных вот с объективными факторами, чтобы не те люди, которые хотят на этом погреть руки, а такие всегда находятся в любой стране, да, в такие кризисные ситуации, чтобы их привлечь к ответственности.